Всем привет на другой жизни. Очень хороший майский день, 2 число. И мы отправляемся в лес. Просто в лес, на наши любимые домонгольские холмы, овражки. Какие-то там болотца, все остальное. Просто походить, погулять по лесу. Что-нибудь поискать, может быть, что-нибудь пойдет. Недалеко уехали вообще. Вчера стройкой занимались целый день. 1 мая. Как же? Мир, труд, май. Мир, труд, май. Вот. Ну, а сегодня, естественно, обязательно захотелось в лес. В поле не хочется. Все-таки не наша чуть-чуть тема. Отошли мы от этого. Находим, конечно, вот как вот в предыдущем видео, да, грубо говоря, вот по копу, который все равно же, даже вот в поле, даже вот на какой-то помойке все равно нашли домонгол. Ё-моё. Потому что очень хочется его найти. Сейчас в начале ролика видели, как мы ходили по песчаному такому, по песчаной полянке смешной. Здесь карьер мимо проезжаешь. И рядом с карьером холм. Но мы не могли его не проверить, естественно, потому что здесь кругом всякие домонголы. Холмик тоже мог когда-то быть им, но, естественно, благополучно из карьера брали, видать, какие-то пробы. Это просто сыпка песка оказалась. Там ничего нет. Ходишь как по пустынному пляжу. Ничего там. Какую-то одну проволочку, в конце концов, я сверху нашел. Люб какую-то железячку. А, коровий жетон. Прикрепим. А так девственный вообще. Я представляю себе, какая тишина там в карьере внизу, где они копаются. Ну, проверить-то надо было, интересно же, мало ли чего. Даже вот, если совет бы там в этом песке кто-то потерял ранний, там бы был сохран просто огнище, а не сохран. Так, поэтому отправляемся в лес, пить чай, гулять, искать что-нибудь, может, что-нибудь и найдем, а может, и не найдем. Зайдем на кузнецов, естественно, так называемых, мы их так прозвали, это маленькая поселушка была, ролики на канале есть, нее и немало. Мы туда каждый год регулярно все равно заходим. Бывает, что-то и находим сверху. Корнями выдавливает наверх. Вот. И что-то все равно вылезает, грубо говоря. Клеща много. Обработались. Опять же говорю, кто не знает. Цеперметрин или альфа-цеперметрин. Составь. Погуглите в интернете, посмотрите. Там все есть. Единственная вещь, которая помогает действительно. Не 100%, но помогает. Пойдемте в лес. Вот такой лес замечательный. Птицы поют, весна. Нашли мы до так называемых кузнецов. Вот я прямо сейчас снимаю, где была поселуха. Смотрите. Вот так. Как-то вот где я сижу. И вот где Люба. Вот так. Стояли то ли дома, вот, ну, как я говорю, вот, Г-образно, да, или с изгородью вместе, ну, то есть, находки были именно вот по такому вот Г-образной траектории, скажем так. Сейчас походим здесь, двинем дальше. Вот, ходим, отдыхаем, балдеем. Сейчас, конечно, шикарно. Может быть, вам историю рассказать мифологическую? А сейчас попробуем. Ну что, сейчас я вам буду историю рассказывать. А пока Люба ходит вокруг, вот она нашла. Что-то режешь. Такой инструментик. Обломка. Да, кромка заточенная. А здесь, видишь, обломано. А здесь обломано. Кусочек чего-то. А чего? Неизвестно. Легенда о чуде, карликовом народце древних времен, коми услышали от русских. Так русские называли древние финно-угорские племена, которые исчезли еще в средние века, во времена древнерусской колонизации севера. В преданиях коми – это низкорослый и темнокожий народец, для кого трава кажется лесом, который порой приобретают звериные черты. Он покрыт шерстью, у чудов поросячьи ноги. Чуды жили в сказочном мире изобилия, когда небо было так низко над землей, что чуды могли достать его рукой. Но они все делали неправильно. На пашню роют ямы, скот кормят в избе, сено косят долотом, хлеб жнут шилом, обмолоченное зерно хранят в чулках, толокно толкут в проруби. Женщина-чудинка оскорбляет Йена, потому что пачкает
нечистотами низкое небо или задевает его коромыслом. Тогда Йен поднимает небо, на земле вырастают высокие деревья, и на смену чудам приходят белые высокие люди. Чуды уходят от них в свои ямы под землю, потому что пугаются земледельческих орудий, серпа и тому подобное. Рассказывают, что однажды 12 чудов нашли серп и потащили его к реке, чтобы утопить. Вывезли серп на лодке на середину реки, привязали к нему камень и бросили в воду. Но кривой серп зацепился за борт и перевернул лодку. Так все чуды и утонули. По другому преданию, нашедшие серп чуда попытались поднять его, но орудие вырвалось и перерезало глотки незадачливым карликам. Тогда из их утроб выскочили ящерицы и прочие гады и разбежались кто куда. Попавшие в лес стали лесными духами, в воду водяными, а в селах появились чуды-гуменники, чуды-банники и прочая нечисть. Миф о первоначальном покосе связан с деяниями первых героев. У карел, финнов и эстонцев с великанскими сыновьями Калевы. В мифах самих Коми с Козьбой, Йена и Омоля. В славянском православном фольклоре известна легенда о том, как в древние времена Бог и святой Петр ходили по земле. Они увидели, что жнец не знает серпа и колет шилом стебли. Тогда Бог и дал ему серп. Чуды – карлики начальных времен. Противопоставлены первобытным великанам, творцам ландшафта. Рассказывают также, что чудя жили, как звери, в лесах, питались зверьем и одевались зверьем. Но тут явился Степа Угодник, это Стефан Пермский, и стал всех крестить. А с угодником пришли царские слуги требовать оброк. Тогда чудя бежала в леса и скрылась в вырытых там ямах со всем своим богатством. О богатствах чуди рассказывают легенды. К чуде прям с неба упали серебряные кони и золотые сани, которые служили этому народу, пока он не ушел. Коней же и сани чуть спрятала, и никто не может найти этого клада, хотя и показывают урочище, где он якобы зарыт. Есть поверье, что чуды превратились в злых духов, которые прячутся в темных лесах, заброшенных жилищах, банях, даже под водой. Они невидимы, оставляют после себя следы птичьих лап или детских ног. Вредят людям и могут подменять их детей своими. В одном предании рассказывается, как мать однажды цедила брагу, а к ней подошла незнакомая девушка и сказала: «Мам, дай мне на вечер сито». Хозяйка удивилась, что девушка именует ее матерью, ведь ее собственная дочь уж 17 лет как лежала в люльке и не росла. Тут девица и показала матери, что в люльке у нее не дочь, а чурка, и расколола ее топором. Оказалось, что мать, не окрестив дочь, понесла ее в баню, да забыла веник, и, выругавшись, отправилась за ним. Тут чуть и подменила ребенка чуркой. Девочка выросла у чуди, научилась превращаться в зверей и птиц, быть невидимой. Но чуть хотела выдать девушку замуж за одного из своих, и несчастная попросила о помощи мать. Когда она услышит звон свадебных бубенцов и увидит, как со стороны бани приближается снежный вихрь, пусть кинет в него крест, его чуть боится больше всего. Так мать и сделала, и из снежного вихря вылетела курица, которая превратилась в ее дочь. Правда, девушка была не жилец на этом свете и скоро умерла. Есть и такая присказка. Одного гармониста незнакомцы пригласили на ночь на праздник. Сани с людьми и конями въехали прямо в реку, в подводное село, где все веселились и плясали под гармонь. Но гармонист заметил, что плясуны после каждого круга мажут себе чем-то лицо. Тогда он и подкрался к сосуду с какой-то жидкостью и помазал себе один глаз. Тут гармонист обнаружил, что вокруг него не веселящиеся люди, а кривляющиеся, мохнатые, ушастые, хвостатые существа. Чуды. Под утро они сами впряглись в сани и отвезли гармониста домой. Но с тех пор гармонист стал одним глазом видеть чудов, которые невидимому проказили в мире людей. Однажды гармонист не выдержал и схватил чудо-воришку. Тот удивился, что человек может видеть чудов, а наивный гармонист показал ему глаз, которым он разглядеть нечисть. Тогда бес ткнул ему пальцем в глаз, и человек потерял способность видеть нечистую силу. Считалось, что чуть вместе с другой нечистой силой выходит с того света в периоды солнцеворота, на святки. Когда устраивали обряд топтания чуди, объезжали дворы на конях. Под другим преданием, чуть это, напротив, древние богатыри, к которым относятся Пера и Кудым-Ош. Они также уходят под землю или превращаются в камни, или оказываются заточенными на Уральских горах после того, как русские миссионеры распространяют новую христианскую религию. От чуди остались древние городища Кары.
Чудские великаны могли перебрасываться топорами или палицами с городища на городище. Иногда им приписывают и происхождение озер, основание деревень и так далее. Чуды были язычниками и не пускали к себе Стефана Пермского, перегораживая реки камнями. Победа миссионера заставила чуть саму порушить столбы, на которых покоились крыши их полуземлянок, и похоронить себя в земле. А чуди остались запрятанные в землю клады, добыть которые могут лишь колдуны, умеющие снять заклятие с сокровищ. Есть такие предания, по которым чуть считается предками целых селений Коми. Их в поминальные дни на чудские могилы принято было носить явство в берестяных коробочках и блины. Это сходные предания, известные вепсам. Такая вот интересный такой миф. Это миф из книги «Финно-угорский миф», так и называлась книга, по-моему, 60 каких-то, что ли, годов прошлого века. Очень, на самом деле, интересно, когда читаешь такой миф и находишься, в принципе, на месте древнего поселения, да, вот тех веков. И самое смешное и символичное, что вот буквально за моей спиной, вот там вот, вот возле елочки, мы, собственно, нашли финно-угорскую зооморфную подвеску в очень хорошем состоянии. Видео в уголке будет в каком-то вот. То есть здесь была финно-угорская. Ну, то есть не только финно-угорская, они жили здесь вместе. Здесь были уже кресты, которые как бы, ну, скажем так, домонгольские, да. И вместе с тем зооморф. То есть люди жили все вместе или ходили друг к другу в гости, бог его знает. Вот такой интересный рассказ про чуть белоглазую. У нас, кстати, песня есть «Чуть белоглазая», так и называется. Тоже ссылочку сейчас прикреплю, кому интересно, послушайте. Вот. А мы пойдем, походим дальше. Что, друзья, вот пока я вам рассказывал интересную историю, каждый раз мы приходим по весне, мы их назвали почему-то кузнецы. Я не знаю, почему вот так у нас в голове. Потому что подплавушей было много. Ну да. И вот следующая опять находка. Опять. Жаль обломанная. Жаль обломанная, но... 4 целых таких было. Было, да. Прям один в один они все здесь. Это перстенек. Вот такой перстенечек сломанный. Вот они здесь все обломы такие. Обломы старые. Да, скорее всего, корнями. Сейчас посмотрим. Здесь пыпочки такие. Сейчас залезем под корни. Вот туда вот и поглядим еще. Надо будет вот здесь еще позвонить. Угу. Держи. Вот здесь-то была трава. Здесь, да, она высокая. Вот эта вот хрен через нее пройдет. Ой, острая. Покажи вон, ребят. Как иголки выглядели. Толстая, видно. Для кожи, что ли. Вот такая вот. Правда, ушко сломанное. Целую удалось только один раз найти, даже с ушком. Но, кстати, для ткани, то ли тоненькая. А это вот такая. О. Но, между прочим, очень даже себе ничего. Остренькая. Продолжаем разговор. Здесь такая вот вырубка замечательная, но на ней очень-очень мало мусора. Вот мы ходим, рассуждаем, интересный момент. Обычно вот на вырубках, когда в лесу, ну, встречаете, да, то есть, ну, она достаточно такая продолговатая, длинная. Обычно куча мусора. Если это было в советское время, да, то есть там вообще понятно, да, и проволоки, и водочные пробки, и, как обычно, там, и железо куча. А здесь нифига нету. Единственное, что там нашел колун, вот в начале этой вырубки, и кусок трака от трактора. Все. Но это точно абсолютно вырубка, железобетонно.
какая-то она странная. То ли она была до войны, может быть, там, не знаю, лошадями вывозили очень аккуратно и не мусорили. Так, у Любы находочка пуговица, более поздняя. Ни хрена непонятно, что-то написано. А чего? Непонятно. И вот интересно, и там же где-то вот наполеоновская была эта пуговица. Ну да. Или нет, ничего не понятно. Зато ушко целенькое. Уже вторую за эти выходные находим с целым ушком лысую пуговицу. Сейчас вот здесь склончики побьем этого холма, посмотрим, что здесь. Но в целом, конечно, балдеж. Клеща здесь очень мало, почему-то странно. Вот я одного Гришку нашел сейчас, а он... И сидел на живом дереве. Люб предположил, что с животных они туда попадают, но я не уверен. Я уверена. Тебе лоси рассказали. О! Чего потешаешься? Вон она. Две. Две, да? А, да, две. Они над нами ржут. Ходит два валенка. Так, ну короче, смотрим вот этот вот склончик. Здесь мы были осенью, внизу находили наполеоновскую пуговицу, что там шла дорога где-то. Здесь была высокая трава. Сейчас есть возможность. Ну что, обошли мы дальнюю часть гряды этой вырубки. Ничего такого не нашли. Ну вот только пуговицу, что я вам показал. Больше ничего не было. Пойдем под грядой. Да, сейчас мы пойдем прямо вот на краю склона. Обратно на Кузнецов. Ну, то есть такой круг получится, почета большой. Сейчас вот как раз здесь хорошо, как я вот и сказал. Трава вся лежит. Может быть, на что-то наткнемся. Вон она за мою спину уходит, прям край гряды. Вот такой здесь ландшафт, в принципе, и грунт хороший. Если бы здесь еще что-то бы находилось, было бы вообще хорошо. Да, песочек. Песочек, да. Вот такие лесные поиски, но очень хорошо гуляем. Красота. Вот вдоль холма идем. И вот там под холмом Люба сейчас нашла интересный нож. Во! Хвостовичок целый. А вот кончик сломанный. Кончик чуть сломанный. Но это, конечно, не домонгол, но и не советский, скорее всего, не похож. Кованый. Ну, конечно, кованый. Хвостовик-то откованный. Интересная находка. Надо будет погуглить, посмотреть, какие года, интересно, примерно. Короче, вот такая занимательная штука. Вон там внизу. Такие вот выворотни. Здесь где-то была дорога, судя по карте, век 17-18. Кузнецы прошли, ничего больше не дали нам. Ну и ладно, вот здесь походим пока. Ну и движемся понемножку в сторону машины. Ровными рядами. Пока копал какую-то хренобулу от трактора. Там ты имеешь в виду? Ну вот прям вот здесь, вот, где сойки пожрали, и вот так прям, видишь? Вот бревно лежит. Вот. А, ну это да. Здесь он кругом, эти маленькие елочки, видите, по ним? Новые. Дерево падает, на нем вырастает новый. Вот. Прикольно. А здесь вот они прям вот на самом дереве растут. Да-да-да. Вот из самого дерева прям. Вот. А, во, кого-то распетрушили-то. Сойку. Да, судя по перьям, похоже. В чем, скорее всего, свежачок. Видишь, еще даже это красное. Ну да. Вот так вот ровными рядами вырастают елки. Нашли кусок старой дороги, сейчас покажу. Ну, вот это вот тоже, знаешь, лежит. Так да, я там снял. Сейчас покажу. Я же где-то вот здесь, вот. Вот здесь вот крестик. Да, травень здесь была. Вот она, да, прям участок. Ее видно. Вот она уходит. Вот туда. Вот по ней мы и двигаем в сторону машины. Ну, правда, в сторону машины нам левее. Ну, это не важно. Разберемся.
Ну что, ребят, все, выползли из леса. Вот так вот мы сегодня вас погуляли и себя заодно. Воздухом подышали, сказку вам прочитали. Находок мало, но в принципе на много и не рассчитывали, мягко говоря. Просто походить, поискать по старым местам. Вот, на этом откланиваемся. Спасибо, что с нами ходите. Подписывайтесь на все наши каналы, ссылочки в описании. Ну и традиционно всем здоровья и пока.